пожалуйста, вот вы ожидали вот от увиденных вот этих городов, да? Или, может быть, вы раньше были? Вот, нет. Я совсем представляла, ну, совсем другое. Я была удивлена. Я не представляла, что люди раньше так умели ценить что-то, что у них были священные такие, что мы это все потеряли, что мы не умеем вот так вот что-то, свою культуру в чем-то выразить, оставить что-то о себе. Ну и у нас нет таких ценностей, как было раньше. Вот у них была своя вера, они в ее и следили, они молодцы. Нам жалко, что мы своему поколению ничего не оставим. Ну, у вас какие ценности духовно-нравственные? Ну, вообще духовно-нравственные ценности – это то, что все-таки эти 10 исповедей все-таки как-то постараться содержать. Мы, конечно, половину не умеем делать. Ну, нас жизнь заставляет, и то же самое, и врать, и остальное, ну, но самые такие грехи хотя бы не делать, ну, гадкие, самые тяжелые, никого не обижать, дарить людям добро, то есть, ну, быть добродушным, делиться своим добром со всеми, и оно к тебе вернется, это самая главная моя ценная жизнь. Вот мы на берегу Волги сейчас находимся, вот на вас что произвело наиболее сильное впечатление в этой поездке? По Золотому кольцу. Ну, конечно, Волга сама по себе река, да, наша великая русская река. И здесь она, конечно, ну, как молодая, как говорят жители, а уже в Ярославле, в Костроме она набрала силу, она такая красавица, полноводная вообще. Ну, и все вот эти древности, они производят впечатление. Ну, самое очень большое сильное впечатление. Ну, Сергиев в Посаде, конечно. То есть, mm-hmm. вот открываешь рот и не можешь его закрыть долго. Какое у вас впечатление от поездки? Что вам понравилось больше всего? Естественно, есть эта вся храмовая политика. Интересно, потому что... Я не могу определить, что больше всего мне понравилось. Как сказать? Каждый город по-своему оказался очень-очень красивый. Нам сильно повезло с погодой. Хотя нет, все-таки я могу среди всех городов, деревенек выделить Плёс. Он мне прям в душу запал, такой маленький, аккуратненький. Видно, что им там занимаются. Очень жалею, что я не взяла с собой удочку, потому что я еще тот заядлый рыбак, и я бы хотела бы провести хотя бы пару дней вот в Плёсе, в каком-то маленьком домике, половить рыбу с лодки, покататься. Плёс мне очень понравился, да. Вот мы на берегу Волги сейчас находимся, проехали по всем городам Золотого кольца. Вот что вам больше всего понравилось? Больше всего я не могу так вот выделить, что именно, но впечатлений очень много. И как бы нужно время, чтобы это переварить, потому что в свое время нам историю давали не так подробно, историю именно Руси. В основном пленумы, съезды партии и все прочее. А так-то у нас какой-то пробел остался. Вот, ну, как бы мое поколение. А сейчас я вот как бы под впечатлением большим. А как вы относитесь к переписыванию истории? Мы изучали историю СССР, потом историю России, сейчас какая-то новая история, уже я по новому учебнику. Что история – это действительно только факты, и ничего там невозможно изменить. И это сам. А когда сейчас сталкиваешься, оказывается, переписаны, тысячелетия переписаны. Не только нашей истории и вообще. Вот сейчас говорят о возвращении духовно-нравственных ценностей, традиций. Вот как вы понимаете, для вас что это такое духовно-нравственные ценности? Ну вот то, что вот сегодня Сергей Радонежский, вот его законы жизни, как бы, вот это да, это действительно духовное. И действительно к этому возвращаться надо. Потому что наша молодежь, она оторвана от всего этого. И как бы последние годы особенно это сказывается, это видно по ним. Поэтому очень надеюсь, что вернемся к истокам. Все у нас будет хорошо.